Еще один вопрос. Значит, вот вы говорили по поводу эмоционального фона, да, там, на мой взгляд, стоит все-таки дать какое-то определение, опять же, для состыкования интерфейса, что вы понимаете под эмоциями, эмоциональным фоном, и из доклада, да, как я понял, прозвучало, что любой эмоциональный фон, он может вызывать дисфункции. Правильно я понял или нет? Собственно, не эмоциональный. Или любые эмоции. То есть было сказано эмоции, да, без уточнений. А может, это классные эмоции. Я пошел там, да. Ну, все равно будет вызывать. А у меня дисфункция. Я пошел, посмотрел хороший концерт там где-то, или выступление циркачей. Кучу удовольствия получил. Это же эмоции, на мой взгляд. Правильно? Собственно, у меня тут куча дисфункций. Собственно, наше тело устроено так, что при переживании определенных эмоций в кровь выбрасываются определенные химические вещества. То есть, когда вы переживаете радость, в организм выплескивается алкоголь. Потому не стоит пребывать в состоянии излишней радости, потому что это может привести к зависимости алкоголя. Прямо этиловый спирт, да, микродоза. Поэтому, катаясь за рулем, ездя, не радуйтесь сильно. Потому что покажет лишний промилле. Еще морфиноподобные вещества в человеке, в крови, выплескиваются тогда, когда мы испытываем интерес. Но это нам необходимо для того, чтобы мы меньше чувствовали усталость. Ну, я думаю, вы обращали внимание, что если вы занимаетесь каким-то любимым делом, вы не чувствуете никакой усталости. А стоит нам чем-нибудь таким заняться, то сразу все ломится, руки, ноги отваливаются. Ну, это так естественно. Так вот, еще есть такие, существуют при страхе надпочечники вырабатывают норадреналин, если не ошибаюсь, поправьте. То есть и при какой-то определенной испытываемой эмоции в кровь выбрасывается определенного типа вещества. Гормоны. При эмоциях какие-то определенные химические вещества, как алкоголь там, и все такое, адреналин. И получается, что эти химические вещества, они воздействуют на наши внутренние органы. В определенный момент они их стимулируют, а при избыточном преобладании вот этого химического вещества они угнетают. То есть, и получается, что если мы испытываем получаем какую-то эмоциональную дисфункцию, то мозг так устроен, что эмоциональные дисфункции он компенсирует внутренними органами. Определенная либо гиперстимуляция, либо наоборот гипостимуляция какого-то либо определенного внутреннего органа. Но если вы немножечко знаете, если вы хотя бы сталкивались чуть-чуть с китайской медициной, то существуют меридианы в теле человека. Это энергетические каналы, которые двигаются по телу человека, переносят энергию по организму. Эти меридианы тоже связаны с какими-то определенными мышцами. Можно покажу еще? Есть у нас центральный меридиан. Его энергия течет от снизу вверх и заканчивается на нижней губе. Это передний меридиан. И есть управляющий меридиан. Его энергия течет от копчика сзади, получается, по голове, огибает и заканчивается над верхней губой. Значит, с меридианом, с передним, связана наша мышца надостная. Надостную мышцу можно тестировать. Держите ручку, пожалуйста. Так вот. Можно вот так вот, а можно ее тестировать вот так вот. Просто вот, держим. Да. Если все правильно у него организовано, то есть с меридианами, то значит в данный момент мышца сильная, да? А если я выполняю движение против хода центрального меридиана, мышца можно ослабнуть. Но не ослабляется, это у него есть какая-то проблема. Ну, мы можем для сейчас показать, я могу показать еще с меридианом легких. С меридианом легких сразу дельтовидная мышца, она у него сильная. И если я вот так вот противодействую току энергии, то мышца меридиана
ослабляется. Это правда? Действительно, ты не подыгрываешь? Есть. Ну, шланки вы. Можно я давай, голову. А мы проверим тех неверующих. На костюме. На доске мышцу держим. Воздуху помахал. Держим. Хорошо. Сейчас мы проверим правильность работы мышцы. Держим. Да, хорошо. Так, и смотрите, вот у вас меридиан течет снизу вверх. То есть я его ток меридиана усугубляю. Держи ручку. Да, вот она у вас падает. Вы же прознаждаете? Нет, я давно не могу. Давайте еще другую. Вас обманывают. Прошу. Давайте с этой ручки. То же самое. Держим ручку. Ручка сильная. Проверяем рефлекс. Рефлекс работает. Мышца становится ослабленной. Дальше. Ручку ровно, пожалуйста, держите. Потому что если вы сгинаете, включается синергист. Держим. Вот так. Хорошо. И теперь я уменьшаю ток переднего меридиана. Держим ручку. И мышца ослабеет. Она начинает подрагивать. Ну как-то да, действительно. Чуть-чуть. Она слабеет. Она не... Слабачка. У людей получается, вот это ослабление мышцы нужно для предохранения от изношенности суставов. Но меридиан, он что идет по воздуху? Меридиан течет. Ты сейчас вот его по воздуху, как же? Меридиан течет вдоль тела здесь. То есть он не внутри. Они все вот прям вокруг нас. Они вдоль нас. То же самое с дельтовидной мышцей. Ну, собственно, вернемся к тому, к чему разговаривали. Значит, каждый меридиан взаимосвязан с определенной эмоцией. Тоже какая-то избыточная эмоция влияет на меридиан. Ну, то есть меридиан почек, меридиан мочевого пузыря – это страхи. Меридиан печени – гнев. Желчный пузырь – тоже гнев. Легкие, тонкий кишечник. Но опять же, у нас алкоголь-то влияет на... На печень. Ну, на печень. Я не порадовался, на печень посадил. На печень. Ну, в общем-то. Так легкий, да? Возвращаемся. Да, же, чрезмерная радость, она влияет на сердце. Да. Радость – это сердце, это родное варево, правильно? Чрезмерная радость. Чрезмерная. Ну, опять же, если тут во время радости у нас алкоголь вырабатывается, он же печень садит у вас. Каждый меридиан, кроме того, а что... Легкие. А? Легкие с толстым кишечником – это горе-печаль. Да. То есть вот такая взаимосвязь. Меридианы, мышцы. Но есть еще взаимосвязь между меридианами и внутренними органами. Меридиан почек связан с почками. Меридиан мочевого пузыря связан с мочевым пузырем. Но там есть какие-то определенные сердца, ну и так далее. То есть мы выстраиваем... Я считаю, что он чудесный меридиан. Ну, чудесные меридианы, мы сейчас разговариваем за 14 наших меридианов. Это 12 меридианов, связанные с органами, там меридиан перикарда и меридиан еще тройного обогревателя. Но все они связаны с эмоциями. Вот мы разговаривали по поводу... Мы выстраиваем цепочку между эмоциями и рецепторами, то есть внутренними органами. Получается, что меридиан связан с эмоцией, связан с органом и связан с мышцами. И получается, что когда мы получаем эмоциональную дисфункцию, мозг компенсирует очень часто. Бывает такое, что эмоция компенсируется эмоцией. Бывает. Одно полушарие другим. Но зачастую эмоция компенсируется работой внутреннего органа. Для того, чтобы скомпенсировать избыток какой-то эмоции, которую мозг получил, мозг заставляет либо гиперстимулирует какой-то внутренний орган, либо наоборот уменьшает. Ну, есть такое понятие, как симпатический и парасимпатический ответ. Угу. То есть орган... А кто вырабатывает эмоцию? Если мозг ее компенсирует, он же... Нет, смотрите. В какой-то определенный момент какая-то происходит стрессовая ситуация. То есть это как внешняя? Стрессовая ситуация – это может быть гнев, может быть злость, может быть страх. Ну, мы имеем разные эмоции, которые нас стимулируют к чему-то. Для чего нам эмоции нужны? Эмоции нам нужны для того, чтобы стимулировать нашу
активность, деятельность, и эмоции нам нужны для того, чтобы, если мы находимся в неблагоприятных условиях, ну, казалось бы, зачем нам природа создала гнев, если он нас разрушает избыточно? А зачем вот вообще положительное качество гнева нужно? Да он еще энергии дает много. Дает энергию, в какой-то стрессовой ситуации дает энергию, правильно? Но если энергия переполняет нас, она нас начинает разрушать. То же самое, вот получается, что в какой-то определенной ситуации мы испытываем какую-то эмоцию. Что-то такое привело нас либо к страху, либо к гневу, там, либо недостаток радости, печаль, горе. Это мы уже будем развивать по поводу сознания высших материй. Это уже немного другая истерия. Ой, история, простите, пожалуйста, истерия, история. И получается, что мозг компенсирует наши эмоции нашими внутренними органами. И если, ну получается как, я уже говорил, что если рецептор нормально работает, он постоянно отправляет правильные сигналы. Если он отправляет избыток или недостаток, то теряется нормальная взаимосвязь. Тело происходит в дисфункции. То же самое с эмоциями. Если эмоции в нормальном русле находятся, то все происходит хорошо. Тело работает в балансе. Если же получается избыток страха, там, печали, горя, там, заботы, ну, разные аспекты бывают, то мозг это все дело, когда получается дисфункция, мозг компенсирует либо эмоции, либо внутренним органом. Либо функции этого органа. Это происходит. Ну, я же говорил, что для того, чтобы уменьшить степень пораженности тела, мозг создает, вы, наверное, пропустили, как раз выходили, мозг получает дисфункцию и преднамеренно создает дисфункцию где-то в другом месте. Преднамеренно. И они друг друга, вырабатывая определенные сигналы, они компенсируют. То есть все находится в балансе, на весах в теле, когда работает правильно. Если же получается дисфункция, весы начинают перевешивать. И, соответственно, для того, чтобы ввести назад в баланс, на эту чашу весов ложится еще что-то. Балансируется. Но это уже две дисфункции, от которых человек может чувствовать боль и отсюда. Неправильно работать может здесь и здесь. В определенный благоприятный момент мозг может это дело разрешить. Он простимулирует здесь и здесь, и дисфункция устранится, как мы переустановили программное обеспечение. Но если получается слишком много сигналов, раз весы, два весы, три весы, четыре весы, тело блокируется от этого избыточного сигнала и компенсируется каким-то образом, чтобы нормально жить. Мы от этого отстранились, но боль никуда не исчезла. Не исчезла, потому что боль – это суммарная информация рецептора. И для того, чтобы восстановиться, нужны руки постороннего человека, который знает, что делает, специально простимулировать здесь и здесь, глубокий сухожильный рефлекс, тело восстановилось.